Новый год – это такой теплый семейный праздник, который в первую очередь ассоциируется с детством и волшебством. К сожалению, в наши дни мы сталкиваемся с такой проблемой, что не все дети могут отметить это душевное событие с родными. Они разлучены с семьей и живут в детских домах. И сейчас, когда до начала 2021 года остались считанные дни или даже часы, самое время задуматься о том, что можно сделать хорошего и как помочь детям обрести семью. Но как сделать это правильно? Я узнала, что самое лучшее, что мы можем подарить детям-сиротам, это не конфеты и игрушки, а возможность жить и воспитываться в семье и встречать Новый год в кругу близких людей. Накануне волшебной поры, когда есть возможность исполнить чьё-то желание, вы можете стать круче, чем Дед Мороз, присоединившись к волонтерам благотворительного фонда, который так и называется – «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Другой способ стать волшебником – сделать пожертвование. И чем больше будет волшебников, тем больше будет у фонда возможность помочь своим подопечным, которые переживают трудные времена. Благодаря этому у детей может появиться шанс на лучшее будущее, а что самое важное – возможность жить в семье, а не в детском доме. Не упустите время помочь ребятам исполнить их самую заветную мечту.